только читаю такие программки перед матчем, может так. Первый свой матч в такой профессиональной карьере случился, наверное, на Норильском никеле. Там сыграли 0-0. Вот, именно тогда был первый матч. Ну, конечно, приятно было то, что на 0 сыграл. Ребята с команды поздравили, а так особого значения не придавали. Когда я пришел только играть в футбол, это была школьная площадка такая. Мне было, наверное, лет 7. Я, наверное, год играл только в поле, бегали мальчишками, да, на областных соревнованиях играли, потом уже встал в ворота. Так решил попробовать сам, там, по-моему, даже вратарь не пришел на тренировку, некому было вставать, и я решил встать. Тем более, там кто-то перчатки принес, дал мне попробовать в перчатках поиграть, и вот понеслось. Моя девушка как раз наступила 0-0 одну минуту, она поздравила меня, и все, ничего особенного. Вот, так дома отметили, и все. Подарила мне красивый портмоне. А так, особо в этом значение не продаю, если есть какая-нибудь интересная книга, да, я его начинаю читать, а дальше сил не хватает и терпения. Андрей Заболонков. Вечный такой на взводе, его никто не может успокоить.